Всем привет! Смотрите, вот заканчивается Эраста, и вот мечеть новая строится. Такой кораблик, я не могла не показать вам такую прелесть. Я так понимаю, что здесь будет рыбный базар. Ну, это уже, извините, прошло столько времени, я думала, что его уже давно построили. Возможно, ну, заморожен был или что-то такое еще. Ну, как-то немножко медленно. Но вот это красиво, мне понравилось. Напилась холодной воды, язык заморозила, и теперь вам что-то рассказываю. Молодец, Юля. Всем привет, мои дорогие любимые. Меня зовут Юля, я живу в Анталии. Знаете, зашла в торговый центр Оздилек, и прямо так раз я жила, потому что я уже пленталась. Очень большая влажность, я вам говорила, но нету большой жары. Или просто уже из-за влажности мы жару не ощущаем, не знаю. Короче, я немножко покажу вам Оздилек. Немало людей. Сейчас 6 часов вечера. Экроу или Эджроу. Они же были в Маркантале, сюда переехали. Предали нас. Грейдер. Тоже, мне кажется, в Маркантале нет. Ну, считается хорошая обувь. И, кстати, их закрыли. Они куда-то переехали. Вот на второй Икинджи Юрине 20% скидка. И они были всегда на Ишикларе, их потом куда-то перебросили, вообще не видела их. 849 лир, понятно, да, кроссовки? Даже спасибо, Юля, хорошую ты на фирму показала. Чего 749? Ну, короче, вы поняли, да? Но у них реально качественная обувь. Хотя, честно вам скажу, по-моему, я босоножки покупала. Да, они кожаные, но они так растянулись. Поэтому, мне кажется, при такой жаре, какая бы ни была кожа, она вообще разлезется. Адел может зайти. Ну, давай. Так, просто брошу взглядом. Адел. Ну так, пройдемся. Или что-то вообще новое пришло. У мамы. Ну что, девочки, надо брать. Какая розовенькая Лёля. Какая красота. Кстати, оно простое. 500 лир, а было... 999. Не, ну я не знаю, куда в таком идти. Я показываю все, девочки. Не критикую, не... Ну так, немножечко, может, пошучу. Уж извините. 700 лир. Ну, это что-то уже не очень натуральное. То есть, да, обновление пришло. Или просто я тогда плохо смотрела. 400 лир. Я так понимаю, это все, что было, просто на скидках. Вот такие цвета. Короткие. Платьишко короткие. Это что? Это как-то платье, а сверху рубашка. 1000 лир. 1000 лир. И ни в чем себе не отказывай. И тут также вроде простое. А спереди? А, вот так. 400 лир. Ну, на Индирим перешло многое. Вот видите? Здесь. То есть, поверьте, Индирим вы не пропустите. Они вешают в нескольких местах. Да, то же самое. Ну, ты хотела новое, 2000 лир. Ну, говорю, если цвет более-менее еще как-то что-то и качество ткани, то уже вот такая цена идет. Ну, будете знать. Разноцветные в этом году все. Вот, пошли прям какие-то теплые платья. Да, это уже новое что-то. Или просто с того года оно, я имею в виду, что немножечко теплое. 1000 лир. Да. 1000 лир. Пиджачок. Сейчас скажу вам. 1300 лир. Вот это простое было. 1000 лир. Видите, он, если простое и неплохое вообще покроет, то, конечно, на скидках не будет. Так, пиджаки приехали. Так, 1500 лир. Ну, хорошего качества. И прошивка, и все. Не знаю, как оно сидеть будет. Вот там вот эта темная синь, такое море, море. Нью. Там написано, что это нью. Разве мы это с вами не видели? Не знаю, вот эти латочки. За латочки. Здесь такое, там такое. Мне все равно, это цирк, понимаете, приехал. То есть цирк уехал, а клоуны остались. Вот это тоже. Мне кажется, это на один сезон. А вот такую классику какую-то одеть, что можно было несколько
сезоном. Сейчас меня закидать помидорами. Юля, какие несколько сезонов. Одни покупаем, мы звезда, все, потом выбрасываем. Но я такого не делаю. Просто ищу то, что мне очень нравится. Вот. И тогда могу несколько сезонов отходить. Хотя при этой жире, честно, оно уже разлазится. После стирок всех этих. То есть долго не походишь. Ой, что-то такое интересное ткань. 400 лир. Простое. Кажется, что оно синтетика. Нет, оно простое. Нет, чуть-чуть, короче. Можете померить. Интересное что-то. Штаны у нас 700 лир. Так. 800 лир такая рубашечка. Просто вам накидают ценовую категорию, чтобы вы понимали, что такое ADL. Если кто-то еще не знает. 1000 лир. Такие уже яркие цвета. Смотрите, реально нужно все мерить. Я сейчас поднималась, и женщина ехала в такой юбке. Честно вам скажу, я бы на нее не глянула. Вот вообще. Ей так в ней круто было. Просто белая маечка и эта юбка. Она такая вся в цветочки, мелкие-мелкие. Ну, оно бы лежало на, ну, вот так на столе, я бы не плюнула бы. На ней супер смотрится. Вот настолько ей подходит, вот настолько классно подчеркивает фигуру. Поэтому мерите, мерите и не слушайте никого. И меня тоже. Я просто показываю вам цены и ассортимент. А выбирать вы сами должны. Резин Озделек есть только здесь. Я говорила, что это их продукция собственная, то есть полотенца, простыни, халаты, ну все вот такое. А дальше вторая часть магазина, это уже идут разные фирмы. Bad Bear, Lufian, Витя. Ну, короче, все, что только можно придумать. Вы посмотрите, какая красотуля. Вот кому самый кайф сейчас. Вообще не жарко. Просто балдеж. Еще и с фонариками. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting alone beside your bed, 'cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. Oh no, that feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting alone inside your head. How do we feel? Yes.
pushed on his back.